Похоже, ты отыскал улей. Ван Зан внутри. Давай сюда. Где остальные? Ты один? А, черт! Эта тварь во мне. Убей меня! Похоже, все наши теории подтверждаются. Архитектура охотников явно указывает на то, что ксеноморфы играли в их культуре важную ритуальную роль.
Не знаю и половины парней, с которыми высадился. Но это и не важно. Все равно их всех сожрали, эти твари. Если ты нашел это, брат-десантник, передай весточку моей девчонке. Скажи, я очень старался вернуться к ней домой. Движется эта тварь. Говорят, еще можно спастись, даже если одна из них у тебя в кишках. Можно спастись. Нам так на занятиях говорили. Главное, продержаться живым достаточно долго, чтобы тебя нашли. Зона загрузки прямо перед тобой. Ты уже должен ее видеть. Тяни рычаг, курсант! Он прямо перед ней!
яйца! Убей эту долбанную королеву! Западный выход закрыт. Блокировка завершена. Как слышно,
курсант. Я уж думала, ты погиб. Я в кабине Тайфуна. Не могу засечь твое местоположение. Заросли густые, но мы тебя отыщем. Найди радиовышку и включи ее. Оставайся рядом с ней, и мы найдем тебя. Получайте, грёбаные ксеноморфы! Никто не знает, что происходит. Не знает, откуда взялись эти твари. Пытаюсь восстановить систему питания. Она поможет нам выжить. Готов поспорить, эти кретины полезли куда не следовало. Ксеноморфы кишмя кишат, а гнезда их мы так и не нашли. Появились сообщения о новой форме ксеноморфа. Мы такой еще не видели. Говорят, она быстрее, сильнее и опаснее. Плохо наше дело. И где там Ван Зан с его парнями?
Суть ксеноморфов сводится к простой и совершенной истине – выживание любым способом. Раскаяние и жалость им попросту неведомы. Я восхищаюсь ими. Я хочу стать таким же.
Помогите мне, и я приведу вас к вашим друзьям. Меня зовут Катя. Я работаю... Работала ответственным администратором этой колонии. Мне непременно надо получить данные, которые вы найдете там, в главном здании. Ваша задача — найти энергоячейку и подключить все серверы главного здания к сети. Энергоячейка должна быть в одной из маленьких пристроек. Отнесите энергоячейку в главное здание. Я передала вам координаты. Создан из мягкого, податливого материала. Я должен измениться, стать таким же неукротимым, как вы. Представь себе, ваша природа, помноженная на технологии охотников. Мы станем величайшей силой во Вселенной.